Добрый день. А внизу потом добавим, если уже вьюга, снег, то добавим туда, да? А так заточь на всю длину хвоста. Одну маленькую. Друзья, вот так получается тент. На низ не хватает сантиметров 40-50. Ну, мы сейчас придумаем. На низ. Самое главное, чтобы дожди не забивали. А снег, как будет уже крутый, ну, такий вьюга, снег, что-то придумаем, чтобы не задувало. А так на дожди, на косі дожди хватит его с головой. Никуда оно не денется, все прикручено. Все это. А тут будем поднимать край. Если нам, допустим, ездить тачкой дробить. Вот я так зацеплю, тут сделаю такую зацеплялочку. Прищепку. Да, прищепку. Вот. Вот. И ездим тачкой дробить. И все. Я вам скажу, можно и без ворот пока. Первое время. Бачите, они только приехали и сразу... Давай мы поможем тебе тент повесить, давай те, давай все. Друзьяки, ну, все вы знаете Рустама и Руслана. Все вы знаете, что они ездили строить сарай до нашего подписчика. И вот у них спросим, как они, что построили они, за сколько лет? Месяц и 10 дней мы именно там пробыли. Пробыли они там, получается, месяц и 10 дней. Ну, пробыли, значит, построили сарай. За месяц мы построили. Ну, именно рабочих дней месяц. Ага. Дожди были там. Да. Как они делали, вы сейчас все побачите. Ну, просто, какое ваше впечатление? Ну, объемы большие. Самому нравится, когда объемная работа, но быстрее идет у тебя. Не на мелочи не отвлекаешься, знаешь, что ты определенная задача, встал, закончил и перешел это на следующий этап, да. И материал вовремя предоставлялось все время. Самое новенькое, самое лучшее. Сразу звонок и возле тебя любой материал. И любое количество. Вот дивиться, у меня сарай получается по наружу 3,40 на 15, а они строили 5,50 на 20. Да, 20. На 20,40. Да. Почти. И больше, высота два раза больше. Больше, чем два моих. Два с половиной раза больше, чем твой. Да, вот два с половиной раза больше, чем мой. Валера, сейчас получается в тебе самый крутявый сарай. Мы да. Так побалакали, они говорят, у него лучший. Так что Валера, ты лучше, чем у меня. У него пластиковые двери, пластиковые окна. Не, ну у него, конечно, по соли, а у меня такое, грубо говоря. Не, высота потока. На вкус и цвет, ну как сказать. Мне и этот нравится, что то делали мы. Нам нравится и этот, и тот, то богаче нам. Просто что по размерам мощнее, больше. Вот. И ну, солиднее, солиднее да. Такое, да. Но то как сам Валера, такой мощный мужик, и сарай такой поставил. Не, я помню, когда мы этот сарай построили, мы со стороны смотрели «Титаник». А там уже как 2,5 «Титаника». Да, вот разница уже, да. Только в этом, и все. Да.
Ну вот вони приїхали, довольні, раді, щасливі. Валера розчитався, все як договарювався. Да, да, от без души, вопросу, все, да, я доволен от нього. І мужик дуже серйозно относится к своей работе. И серьезный поэтому сарай у него. То есть он такой вот, он знает, то есть он профессионал, он знает свое дело, куда он вкладывает и что. Он не то, что там некоторые что-то строят и сомнением строят. Нет, он от души, все. Он говорит, нет, наоборот, говорит, давай лучший материал. Вот этот давай так. Он понимает, о чем идет речь, и нам легче поэтому стало все. И поэтому так быстро все. Слишком много лишних процессов объяснять не пришлось. Он и так понимает, что зачем и для чего. Ну да, и это же Валера, получается, у меня подивился, ему захотелось собі такой. А так он держит свинок только на обычных, на бетонных полах, да? Нет, у него были щелевые тоже, там пластмассовые. У него где-то квадратов 15 есть сараи, там у него пластмассовые. А так обычно? Да, ну там высота 30 сантиметров у него, яма. То есть качал он часто? Часто качал просто. А так он тоже знает. Мы когда привезли плиты... Он подумал, да ладно, как они будут держать, он не верил, что они крепкие. И тоже выбрали 2,50. И тоже мы 2,50. А я кажу, у Стася трехметровый вообще, и там все зашибись. Не переживай за это. Вот единственное, да, вот, за что он переживал, что плиты крупные. Ну и привык, Валера привыкнет. А потом мы положили на одну 4 плиты. Они по 200 килограмм, 600 килограмм положили. Да, и все нормально. Или даже 800 килограмм положили, и ничего. А потом уже стал он ходить, понятно? Ну, проверил, уже привык. Друзьяки, сейчас вы будете, еще раз повторюсь, будете дивиться видео, как они строят сарай, первую серию, а потом в Русика снято на его телефон, мы потом, он мне перекине, скинем, змонтируем, то будет другая серия, бо дуже затяжна. Там, наверное, первая будет в районе часа, друга так само. И я сразу вам скажу, кто надумал строить сараи, хати, дома, плітки, забори, криші, ремонти, все що угодно. Желательно Харківська область, бо теж вони далеко, ну якби, да, не дуже желательно. За мелочами ми не гонимося, да. Якщо є якийсь великий об'єкт, то і в будь-яку область поїдемо. Якщо якийсь мелкий об'єкт, ви розумієте, що це мелкий об'єкт, то желательно це Харків має бути, або Харківська область. Ну так, да, і за мелкого їхати, хто знає куди. Да, да. Да, я номера Рустама і Руслана оставлю під відео. Если надо, напишу в комментариях. Кому, кто не знает, как заглянуть под видео, напишите в комменте. Стас, дай номер, и я дам. Может, или не Русика. Только сарай строим? Не, ну и дома, усе. От А до Е мы все делаем. Да. Начиная от фундамента, заканчивая флюхером. Насчет видео это строго не судите, это мой первый опыт. Стас, я думаю, как-то там да, Руслан, все будет нормально. Ну так что так, друзья. Ну, дивите эту серию и ждите другую серию. Так что всем приятного просмотра. Бачиш? Ага, все. Красно нажав. І воно, ну ракурс знімає, широкий же ж тут. От, мені як-то так треба держати, да? Ну от я от, так. От чоловіка скільки метрів, щоб... Та ось, ось, якщо ти знімаєш людей, ось. Обично, ти... Етап розмітки. Тут у нас буде сарай. 20 метрів. 20 на 5. Люди ангар строят на 500 тонн. Роем котлован.
заканчиваем рыть котлован. Сколько земли получилось. Глубина тут у нас 1,80 м. Там где-то 1,40 м, 1,50 м. Разуклонку сделали. Трактора заняло это 7 часов ровно. Ровно 7 часов он копал. Завтра будем уже встречать бетон. Только вот сегодня Валера своим трактором вот эту всю землю перевезет. Он дорогу тут планирует. И все, в принципе. Готовы будем уже. Завтра пленку постелим, сетку кинем и готовы встречать бетон. Сюда около 11 кубов у нас на яму идет бетона. Там, если что, если не хватит, еще да закажем сразу. Тут не проблема. Работа кипит. Так, готовим площадку под бетономешалку. Чтоб заехала сюда нормально. Пленку постелили. Сетка на месте. Заливаем бетон. Сетку обязательно поднимаем. Ну, бывает, где-то так попадается. Зацепили лопаты. Пацаны, пацаны, ребят, Стасу привет передайте вот так вот. Стас, привет. Стас, привет, бач. Приезжай помогать. Да, Стася. Пацаны, будут на ютубе, ну, балакайте, что ну, снимаю. Вот, закончили заливать плиту. Попахнул и поехал. Один поехал, другой подъезжает, третий перекрывает. Что там идет аж бегом? Ну я же, а ты что думаешь? Да. Посеем, хочется, чтобы посеем. Так, ладно. Thank you.
вода на колеса завалилась. Так сказано, так трошки красивее. Тут выставили опалубку, чтобы лишнего не заливать. Не так, как у нас на палубке везде. У нас четкий размер по 7 метров. Есть уже от чего отталкиваться. Стена будет у нас... Стена, получается, у нас не прям по краю будет плиты, а чуть-чуть по 10 сантиметров заходить вовнутрь, чтобы по краю не было. Ну что, Валера, нравится? Прием материала. Сейчас готовим площадку под материал. Вот фура приехала с бетоноблоками. Вот манипулятор будет разгружать сейчас фуру. Вот такой вот бетоноблок. Первый ряд, может даже первые два, будем бетонировать полость. Только что смотрели, такой трактор бэушный 120 тысяч евро стоит. Но лучше, чем МТЗ-шка. Бетон уже вчера вечером залили, сегодня уже подзастыл. В принципе, первый ряд уже можно кидать. Ну, ты бачиш, як я це бачив? А ви нам були летить. Я так як ти наголосили газовим світлом. І в мене гідравліка, його гідравліка на подйомці. Так, грубо говоря, перший день кладки. Ну що, па, йде? Біжить. Біжить. Уйдет. Вот это лучший помощник, Николай. Лучший специалист. Лучший Саймонс. Николя Саркози. Николя Саркози, да? Отличный подсобник. Но сегодня мы не смогли все доложить, так бы было 400 штук. У нас тут в ряду 207 штук. Ну нормально. Нормально, Коль? Нормально, отлично. Конечно. Ну нормально, все отлично. Завтра 500 положим, да, Коля? Да, потому что уже легко будет. А бы у нас еще корыто, да, а бы же и мешалка была. Да? Сегодня это мы без бетономешалки. Да, это же миксером. Впервые миксером я же положу. Впервые. Обычно мешалка, а так вручную. Короче, решили, что отверстия в перегородках не будем делать для перелива. Так как у нас плита одного уровня, смысла в этом нету. Мы просто сделаем отверстие. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 боксов отдельных. И на каждый бокс по одному отверстию сделаем. В любом случае, из-за того, что оно в одном уровне, не получится, чтобы ассенизатор сразу все забрал. Если, ну, если мы сделали даже отверстие, чтобы он с одного отверстия, ну, этого не получится. Вчера был такой больше день приема материала. Вот это
25 палетов было бетоноблока и 10 палетов приехало газоблока. А также вчера Валера плитами ангар обкладывал. Тоже у него весь день заняло. С краном вместе. Тоже там, ну, так как это плиты перекрытия, не предназначенные для стен. Было сложненько ему. Ну ничего, справился полностью, если видно, обложил. Тоже он собирается потихоньку себе кровлю делать. Ну а трактор пока так стоит. Очередной этап закончили. 7 рядов бетоноблока. 1,40 м высота. У нас понадобилось, сейчас вам скажу, сегодня 5-й день. Ну, работали мы, грубо говоря, 4. Завтра начнем мастикой покрывать внутри, а опалубку под армопояс. Снаружи гидроизолируем рубероидом. Дядь Вань, как дела? Оса. Оса? Байрактар? Ох, гера! Вот теперь новый главный подсобник, да? Я же говорю, самый главный. А вот эти подсобники, которых я снимал в первый день, как мы начали, они, короче, их хватило ровно на один день. И все. Теперь, когда нас видят, убегают. И Валеркин двор стороной обходят, чтобы мы их на работу не взяли. Не потянули ребята. Один в больницу попал, а все остальные посбегали. Вот это. Да, с дядей Ваней и со Светой. За 5 дней справились. Это мы оставили. Ну, трубы будем туда вставлять. 200-е. Ну, еще больше сделаем диаметр. Но засыпать тут много. Валера вот таким прицепом возит на своем тракторе. Обратная засыпка с песка. Все швы позамазаны, каждый ряд проармирован, кроме предпоследнего. Ну, потому что смысла нету, тут все равно остаются эти отверстия. Так, занимаемся обустройством опалубки и самого армокаркаса. Монтаж, да?
все в процессе. Хомуты лайфхаковские. Мы по внешней стене наращивали. Сейчас вам скажу. Вот, если видно, вот как оно выглядит. Это для того, чтобы у нас плиты вставали сантиметров 5-10, чтобы заходили. А это наращивали для кладки самой газоблока. Сейчас покажу вам лайфхак, как из этой сетки быстро можно сделать хомут для армопояса. Так, сейчас топор найдем. Тут 30 хомутов, потратил 5 минут времени. Вот как это легко делается. А сейчас одной рукой покажу. Оп, оп, оп. Раз, два, три. Одной рукой не очень удобно. Вот, готово. Сами видите, 5 секунд потратил. Ничего, не нужна болгарка. Ни ножницами, ничего не мучаешься. Ну, плюс еще у нас этот вынужденный лайфхак из-за того, что электричества нет на стройке. Ну, ничего, это таковыряли. Шо, баб, Стасу привет передаешь? Привет, Стасану. А Валера трактором занимается. Братку христианскому. Братку христианскому. Так, всем добрый вечер. Если сколько мы должны оставить? 32. Приступаем к кладке газоблока. Молоток? Угу. Да вот за тобой. Метки все выставили уже. Сегодня положили плиты. Чуть было заморочливо, но ничего, справились. Нигде ничего не шатается, как видите. Вот в этот стык мы пленку постелим и забетонируем. Тут у нас из-за того, что пазик идет вот так вот, будет не проблематично потом достать плиту. Что еще забыл? Мы загидроизолировали полностью, там замастичили. Не смог снять, как мы заливали армопояс. Замешкались. Ничего, в следующий раз обязательно сниму. Нам еще на саму коробку заливать. Обязательно сниму этот процесс.
32, я же сказал. Сантиметр, два. Да. Вот это будет у нас первый блок из 500. Поддон обязательно достань. Так, всем добрый вечер. Сегодня мы приступили к кладке газоблока. Что вам сказать? Первый ряд выложен. Симметрия вся соблюдена. Двери отмечены у нас. 4 двери. Получается, тут будет 4 секции по 5 погонных метров. По 25 квадратов. Получилось в одном ряду по периметру полностью 80 штук. Это, конечно же, очень мало, но первый ряд — очень ответственная работа. Сегодня немало времени ушло, чтобы все выставить как нужно. И это первый день. Так, всем доброе утро. Сегодня у нас третий день кладки газоблока. За вчерашний день по периметру 3 ряда подняли. Это получается у нас в общем 4 ряда из 7 готово. Вот папа штробу нарезает под арматуру. Уже видно, чем мы тут занимаемся. Сейчас отойду сдалека, покажу. Вообще планировали изначально делать 6 рядов газоблока, это делает 1,80 м, но Валеру, заказчика, не устроила такая высота, потому что он сам метр, ну, высокий человек и хочет, чтобы дверной проем был выше. Четыре двери, 4 секции по 5 метров. Поэтому все равномерно. Сейчас вам покажу, как арматура загнута. Вот видите? Тут изгиб. Не два отдельных куска, а на углах изгиб. Утапливается в жидкий клей. Сегодня планируем закончить кладку газоблока, если его хватит, конечно же.
наблюдений, я говорю. Да, дядя Вань. Передавайте привет подписчикам. Рыликам. Ну как с нами работать? Оса. Не устаете? Никак нет. Точно? Так точно. Отлично. Вот лучший помощник оказывается у нас Света. Это зам. Всегда кофе вовремя, да, Свет? Конечно. Вот у нас между щелевыми плитами вот такой стык образовался. Специально утопили пленку и забетонировали с пластификатором. Как раз когда тут будет перегородка, будет куда анкериться. Все продумано по мере возможностей. У нас рубероид и подкладка, и на стене. Короче, мы консервируем прилично. Снаружи стараемся сильно клей не растирать по стене. Ну чисто это сугубо ради личной эстетики какой-то. Оно никак, никакую функцию не выполняет. Чтобы красиво выглядело. Полноценная картина будет красиво выглядеть, когда уже полностью стены будут готовы. Конечно, дядя Вань, вас тоже. Еще один рубероид есть, да? Да. Хорошо. Вчера тут было 8 палетов, сегодня внутри 80, и там осталось 100. Все, будет тогда включение, когда мы закончим стены, чтобы показать результат.